Всем привет, меня зовут Эдисон, и со мной Докер. Всем привет. Да. Сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Так, в прошлом серии он уже словил там себе несколько покемонов и прокачал их. Какие ты там словил? Пикачу, а также я прокачал Бедрила и... А, и Турево, сейчас. Маджикарп. И Маджикарпа. Они у меня оба эволюционировали. Так. Сейчас я покажу. Немножко. Я пока всё. Себе еще сделаю Rare Candy, ну, те конфетки. Угу. Чтобы прокачать. Так, я наверное, пойду похожу каких-нибудь. Поищу покемонов. Ой. Угу. Попутешествую, что ли? Еще будет 40-46 Раркенди, нормально. А ты Раркенди используешь только в том случае, когда уже так остается мало опыта, да, до их как, ну, да. Наскакивать. Ну, на начале вообще не вижу смысла тратить Раркенди, так как, ну зачем, если ты на первых уровнях, например, убьешь какого-то там покемона и сразу тебе даст там 5 уровней. А так ты потратишь 5 Раркенди и так бы ты их мог потратить потом, когда уже, например, ну, твой покемон... Ну, я понял. Так, потом уже намного тяжелее их качать, чем на начале. Так, я пока еще сделаю тут пару штучек. Так, сахар. Глоустон. Так. Что-то покемонов вообще нету. Как будто пустой мир. А, вот камушки, кстати. Я их все-таки добуду. Какие? На дереве. Которые на дереве. Ну, в принципе, они тебе не нужны пока что. Так просто пусть будут. Да. Вдруг пригодятся. Слови там любого покемона, чтобы я тебе Иви дал. Ага. Если найду, что-то я вообще покемонов не вижу. А, вот шарик катается какой-то. Да любого. Только чтобы маленький уровень был. Ну, я тебя понял. Это сюда поставлю. Так, я думаю, можно сундук железный сделать. Ты как думаешь? Ну давай, я думаю, что лучше печку. О, я слово пока 2 нашел. Да печку, в принципе, не нужно, так как мы ей почти что и не пользуемся. Чё, какой-то телепузик тут бегает. Так, чё-то я глючу немножко. А ну сейчас, секунду. Ультраволт, так. Так, я там немножко остановил запись, так как меня что-то выкинуло, и немножко там обрезал на пару секунд. Думаю, ничего страшного. Ясно. Так, что меня опять продолжает глючить, не знаю почему. Как-то вообще. Я поймал слоупока. Ну, нормально, иди сюда, я тебе отдам Иви, которого я поймал. Телепортни, я также опять забыл маркер поставить. Да чё, меня так глючит как-то непонятно. Так, ТП. Все, вроде. Так, у меня шутки, лаги, вот тут прям я провалился под землю вообще. Да, вот вокруг дома у меня когда вообще так глючит, не знаю почему. Так, я пока праймей поставлю сюда. Какой красивый закат. Так, ну... О, солнце, луна. Пошли. Я не могу идти никуда, я проваливаюсь все ниже и ниже. Попробуй еще раз телепортни. Да вот ты передо мной стоишь. Так, а ну еще раз. ТП. Вообще под водой. А, вот, все. Что-то какие-то лаги. Ну, меня тоже тут. Ну, пошли. Подожди, я похавать не могу. И ты вообще не двигаешься. Никто не двигается, а я жру бесконечную картошку. Все? Нет, подожди. А, да, все, покушал я. Так, ага.
Я зашел. Все, иди там качай Иви. Угу. Не знаю в кого. Так, я этого слоупока удалю, так как у нас уже есть слоубро. Зачем слоупока качать? Он же тормоз. Ну просто ачивка такая была. Прокачать слоупока, словить слоупока. Ясно. Вы чё мне мешаете? Так, ну ладно, я сейчас пошел куда-то прям подальше уйду. И посмотрю, может, какие-то покемоны найду интересные. Ну иди. А я иду в джунгли, там я хочу одного покемона найти, забыл, как он называется. Беллспроут, как-то так. Так. Слушай, а на различных биомах же разные, да, эти... Покемоны? Ну да. 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 Так, ну тогда я сейчас вон в пустыню иду. Ну, в пустыне нет, посмотрю пустыне там. Нет, там вообще покемонов нету, нормальных. А, ну тогда ладно. На целую пустыню там может где-то 3-4 вида разных покемонов. Это вообще мало. Ну, я в одиночке когда играл, там нормально покемонов было. Ну, они почти что все одинаковые. Кстати, знал, что на лошадке какой-то там... На какой-то пони, что ли, там можно на ней кататься. Угу. Круто. Пуни. Но она медленная. Ну, да. Что-то и огорчает меня. Так. Сейчас сходим сюда. Так, ладно, пойдем вдоль леса. Что-то в джунглях вообще покемонов нет. Ну, нормально у меня, я и не видел, уже 70 штук, да, 70 штук раркенди, то бишь 70 уровней. Неплохо. Но я как-то раркенди не пользуюсь пока что, потому что у меня их нету. Так, блин, почему-то я забрел в пустыню. Ладно, я пошел на луг. Иди. Так. Так. Все, я на лугу уже. Думаю, ты уже тут был. Слушай, а что тут за птица такая? Сейчас скажу ее название. Она... Фероу. Она 40 уровня и напала на меня. Думаю, не убьешь. Хотя, Шармиллионом. Да, Шармиллионом. Может, если постараюсь. А, да. Подожди, убиваю вроде бы. Как думаешь, поймать стоит? Не-не-не. Даже если ее ловить, то лучше ловить с первой эволюции, а не сразу на последней. Даже если он небольшой уровень. Так как, когда ты качаешь скиллы, то ты можешь сам выбирать скиллы, ну, в процессе прокачки. А так у него уже все скиллы выбраны как бы компьютером. Ау, он убил всех моих покемонов. Ну, поставь там вейпоинт, иди домой. Я тоже дома опять забыл вейпоинт поставить. Чурка. Чё? Чё сказал? Чурка. Я тебе уши укорочу. Так, ну ладно, готово. Сейчас цвет выберу, я люблю синенький цвет. Чего? А, вейпоинт. Да. Так, ну все, вейпоинт готов, давай телепортируй. Да я вообще не дома. О, слушай, что здесь за ящерица, как это крокодил похожий. На носорога крокодила какого-то. Гибрид нафиг. Это какой-то райхорн. А, ну нормальный такой. Каменный покемон. Слушай, а еще там вон какой-то покемон, сейчас скажу. Он такой на кенгуру как-то похож, или на тигра какого-то. Это эликабуз какой-то, электабуз. Да. Ну, тоже нормально. Но у тебя уже есть электрический покемон, Пикачу. Ясно. Что? Тебе пока что не нужно. Дитто какой-то, Дитто, камушка ходячий. Не, вот эти почему-то человечки раздражают, Филипп, блин. Иди сюда. Какие-то маленькие. Я ничего против маленьких не имею, но он маленький. Так. Ух ты. Это кто? Я, Флаффи.
Я вообще покемонов не вижу, как-то ночью их вообще нету. Ратикейт какой-то. О! А, у меня все покемоны убиты все равно. Слушай, телепортни меня домой, а? Да я не дома. Ну ты телепортнись домой, телепортни меня домой. Ты гонишь мне падает. Давай. Нет. Я дома уже не найду, кстати. Хорошо, я сам тогда телепортнусь. К тебе. Я еще, наверное, дальше, чем ты был. What the fuck? И в какую сторону дом? Покажи мне хоть. Вот туда. Подожди, у меня лаги. Ты очень медленно идешь. Вот туда, назад иди. А, назад, блин, да я... Я говорю, лаги. Вот тут деревня, я думаю, я тут уже был. Так, это что у нас? Это кто? Это кто? Это что? Что это и кто это? Это, походу, на бедрило пошло. Похоже, что-то... Оса какая-то летающая. Ай, блин. Да, в этой деревне я уже был, так как уже тут все разграблено. Слушай, а в данжах же можно, например, каких-то найти покеболы, какие-то покемонов, что ли? Да, нет, думаю, нет. Кстати, один человек написал в комментариях, что за древний покемон? Ну, тот, что я тебе говорил, находишь шахты, закаменелые камни, как бы. А, ясно. И он редкий, как бы, да? Его искать трудно? Ну да. Ну, обычные блоки, как бы. Потом ты их размораживаешь, и как бы появляется покемон. Вообще любой, да, рандомный? Ну нет, их там 7 штук. А, ясно. Так, я сейчас словлю еще одного покемона. Потом я его прокачаю. Санж. И как он там называется? Кстати, хочешь сейчас вот после вот этой вот серии поиграть в серию хоррор? Не знаю. Так. Было бы интересно посмотреть, как ты от страха орёшь. А, ну да. Так. А ты, я забыл. А ты смеяться, да, будешь? Смеяться и плакать. Ну. Плакать от того, что мне смешно, как ты плачешь. А, ну да. Стоп, я какую-то сейчас фигню сморозил. Ну да. Че ты поддакиваешь-то, а? Ну да, даже слишком сморозил. Так, это что за покемон вообще? О, я дом нашел. Наконец-то сейчас маркер поставлю. Из-за тебя, ленивый, а. Не мог там поставить маркер, ты пошлёшь меня домой и поставить еще там маркер, чтобы я поставил там маркер. Чего? Ты вообще сам понял, что сказал? Да. Бери, короче. Ладно, я забыл, что хотел сказать. Так, я почти дома. Так. Все, я дома, короче. Ой. Здорово. Ну, ловись уже. Сейчас, наверное, второго покемона словлю. Да. Отдай мне Мью, пожалуйста. Ага, да. Тебе же не жалко, по-любому. Угу. Слушай, как там Раркэдди делается, напомни? Может, я тоже делаю? Да, да пока что нет, не нужно. Ну, там нужно золотое яблоко, глупство. А, не, всё, не рассказывай. Не хочу я делать. Тем более яблок нету, по-моему. Ну, иди наруби, трикапитейтер есть. Точняк, я так и знал. Так. Ну, как на эту птицу тяжело попасть, когда хочешь напасть на него. А, вот. Блин, к твоему дому еле привыкнул.
То ли джунгльское дерево срубить. А, нет. Не надо мне. Так, рядом с домом я тоже рубить не буду. Ну да. Так, если сейчас еще словлю вот эту птицу, Пиджей, будет 3 покемона за одну серию. Нормально. А я пока ни одного не поймал. А, нет. Ты мне дал только Иви. Угу. Где дурацкие яблоки? Жадины. Жадное дерево. Ну, ловись уже. Еще одно жадное дерево. Слушайте, а все деревья жадные называть? Не знаю. Так, я уже словил 3 покемона. Нормально. Так. О, хоть одно не жадное. Ну ладно, возьму. Яблочки. Дайте мне яблочки. И с одного золотого яблочка и делаешь это одно рар кэнди только? Да. Что? Ты издеваешься? Зря я тут рубил все. Это так, нормально. Сразу не мог предупредить, да? Я, зато я себе хавчика взял. Слушай, может алмазную печку сделаем? Зачем? Чтобы быстрее плавилось что-то. Что, например? Мы если плавим один раз, может, не знаю, за сколько там... Так, я опять маркер забыл поставить. Ну ладно, вернусь домой. Так. Так, так, так. Ну, нифига себе. Легендарный покемон убил с 40 уровня с одного удара. Так, идем куда-то дальше. Здесь еще один. Здесь Пикачу бродит 9 уровня. Ой, я сейчас... А, нет, у меня же покемоны убиты. Вот что я хотел еще сделать. А я вообще не... Какая разница? А, ну ты не знаешь, наверное. Пиджи и Спироу — это не один и тот же покемон, только вторая эволюция. Пиджи, Пиджиота, Пи-Пи... Так, короче, Спироу... Короче, я этого тоже словлю. Потом, если что, выброшу, если не понравится. Так. А, ну хорошо. Жалко анимации их атак не прорисовано покемонов. Ну да. Было бы эффектно. Так, я сейчас положу дерево. Так, я вообще словил 4 покемона за одну серию. Нормально. Так, у меня 4 покебола осталось. А, ну, потом еще дам. Или там сделаешь себе. Потом сделаем. Так, я еще думаю, этого можно словить. Так, чтобы уже сейчас половить много покемонов, а потом их тупо качать всех. Да, Дровзи, иди сюда. Так. Иви. Хотя это как-то глупо. У меня же... Алаказам, Мью и Дровзи. Это будет 3 психических покемона. Ну, пусть будет. Так, я снова тут и... Пойдем туда, наверное. О, нормально. 4 покемона за серию. И сколько теперь у тебя осталось поймать тебе покемонов? Ну, если считать с этими, еще 6. Но эти еще не прокачаны, так что можно считать, что осталось 10, так как и было. Ясно. Мне еще дофига. Ну, у меня два прокачанных только. Два прокачанных, да, и 3, да, 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 у меня сейчас. Да, 2 прокачанных. Ну еще 13 осталось. О, я нашел 2 снорлаксов. Нифига себе, он вообще урон почти что не получает. Да. Ну, словись этот снорлакс. Так хочу его словить, что... А зачем тебе Снорлакс? Ну, просто знаешь такой, спит всегда. Ну да. О, кстати, Мяу-то можно словить. Ай. Этот Снорлакс такой сильный. Так, Бак, Ультрабол. Флаффи. Дурацкий Флаффи.
О, джунгли. Мне вообще нормально слышно или нет? Да, да, отлично. Ну что-то на записи так тихо. Не знаю почему. Наоборот, мне говорят, что я погромче сделал. Он там один человек тоже в комментариях написал. Не-не-не, это чтобы я погромче сделал. А? Да. Разве ты? Угу. Ну ясно тогда. Да блин, я короче уже где-то потратил 10 покеболов и даже не словил этого покемона. Бред, короче. Не лови. Да просто хочется, а он вообще не залазит в этот покебол. Сделай получше этого покебола. А, ну это самый лучший, который только есть. Ну, не считая мастербол. И то его нельзя сделать, а только выбить с покемона боссов. Или, например, ты можешь найти на земле такой покебол. Слушай, а как Подожди, а как покемон босс выглядит? Ну, у него разноцветный ник. А, ник разноцветный, тогда нет. Или там синий, или красный, или еще какой-то. Я понял. Так, короче, иди ты нафиг, Снорлакс. Ты? Что? Ты? Ты что, я вообще не говорил. Ничего. Так. Иви. Там. Вот куда хуй. Что делаешь? Я ща, короче, тебя кикну и все. Не надо. Если будешь тут выкрутасы кидать. Кто меня ударил? Упал с одного блока, взял пол сердечка, отнялось. Слушай, а здесь этот мод не добавляет никакие новые биомы? Нет. Жалко. Слушай, а змея вот эта фиолетовая, она Эконс нормальная? Нет, думаю нет. Хорошо. А тут этот фиолетовый телепузик. Какой-то Винонант. А? Ну, обычный такой покемон. Почему здесь все почти фиолетовые, а? Так, короче, иди ты нафиг, этот Снорлакс. Вообще какой-то баганутый покемон или... Ты что, все еще до сих пор его, что ли, ловишь? Ну, уже второго. А здесь какая-то палка двухногая какая-то. Длинная, типа на осьминога похожа. Все, убежал. Наконец-то. Ну чё, я уже думаю, на этом можно заканчивать. Уже там 20 минут идет с чем-то. Серия. Как думаешь? Не знаю. Я вообще за эту серию ничего абсолютно не сделал. Просто побродил по карте, посмотрел, что вообще есть. Ну, я словил 4 покемонов. Это нормально. Так как уже буду качать, имею кого качать. Так, ты где? Иди домой, наверное. Угу. О, подожди. А что вот это за покемон? Пилосвайн. Пилосвайн. А, не-не-не. Вообще, конченый покемон. Выглядит как какая-то коробка, не? Да. Не, не лови. Здесь их много. Двое аж. Двухголовый есть, фиолетовый. А, такой... Кофинг или как там? Визинг. А, ну да, вторая эволюция. И вот еще один. Что ж тут много так одинаковых покемонов, а? А ну так. Псайдак, иди сюда. Что-то я когда в одиночке играл, там было много этих лошадок, тут ни одной же не вижу. Вот, все, нормально. Так, я прокачал одну эволюцию покемонов. Голдак, нормально. Так, сразу его ставим в компьютер. И плюс один покемон. Везет. Так, еще осталось 9. Ну все, иди домой, или можно так уже заканчивать. Ну давай. Так, я сейчас. Да блин. Все, я дома.
Ну, 25 все, минут уже серия. Нормально, все, думаю, можно заканчивать. Спасибо всем за просмотр. С вами был Эдисон и Докер. Всем удачи, всем пока. Всем пока.